Не поняла. Это что за толпа? Может, магический барьер сломался? Да нет, с визуализацией проблемы, наверное. Они 100% нас не видят. Фига себе. А давайте посмотрим, что там. Как так можно? Живых людей! Ну вы же просили расправиться с ними. Я расправился. Это комплекс «Крутые детки». Прикиньте, я слышала то, что в нашей школе есть какой-то секретный 8 А класс. В смысле, какой 8 А? Вообще-то мы 1 8 А в этой школе. Да, ты что, заболела? Иди домой лучше отлежись. Ты бред какой-то несешь. Да я вам серьезно говорю, это секретный 8 А класс. Его никто не знает, никто не видел. И кто тебе о нем рассказал? Старший брат, он учится в нашей школе в 11 классе. Ой, ты больше его слушай. Ага, он это все придумал, а ты наивная поверила. Думаете, что хотите, но секретный класс существует. Интересно, а о чем там наши девочки болтают? Чё? Какой еще секретный класс? Я, кстати, тоже про него слышал. Я вообще иногда вижу каких-то странных людей. Они ходят по коридорам, а в нашей школе вроде не учатся. Странно все это. Мне кажется, это выдумки. Но не может быть никакого секретного класса, которого никто не видел. Согласен, это сказки для малышни, а вы верите. Ну а как ты объяснишь, что по школе ходят неизвестные люди? Ну ты же не всех в школе знаешь. А может тут вообще комиссия какая-нибудь приезжает? Ну не знаю, не знаю. Да забудьте вы про этот класс. У нас в конце концов есть дела поважнее. Например, контрольная по химии. Ну да, ты прав. Блин, я капец как переживаю перед сегодняшней контрольной. Да все нормально будет, не парься. Я вообще не готовилась. Ой, да ты всегда так говоришь, а потом пишешь на 5. Не, в этот раз серьезно. Да и вопло прикопаться может. Ну, это да. Меня уже бесит эта школа темной магии. Контрольная за контрольной. И не говори, я уже не помню, когда был обычный нормальный урок. Ай, ладно, что будет, то будет. Кстати, что у вас там с Тимофеем? Ничего. Опять поссорились? Да нет, просто он мне мало внимания уделяет, и мы практически не общаемся. Ну, придется смириться, он же спортсмен. Ага, а говорил, что все будет по-другому. Эх, только и умею что обещать. Ну, поговори с ним, может, придумаете что-нибудь. Ну да, ты права. Не поняла. Это что за толпа? Может, магический барьер сломался? Да нет, с визуализацией проблемы, наверное. Они 100% нас не видят. Ну, не знаю, не знаю. А у нас что, новенькие, что ли? Ну, они не чёток, симпатичные. А кто-нибудь их раньше видел? Не-а, интересно, из какого они класса? Это что сейчас было? Вы тоже это видели? А я говорила, что секретный класс существует. Я видел, что они куда-то нажимали в воздухе, прошли через турникет и исчезли. Может быть, попробуем повторить? А давайте, как раз контрольную по химии пропустим. Фига себе. А давайте посмотрим, что там. Вроде бы ничего не поменялось. И погода вроде бы такая же за окном. О, и телефоны работают. Пойдем тогда в школу посмотрим. Может, не что-то изменилось? О, сколько еды! О, сколько мяса! Ой,
Вот вы и попались. Так, а что здесь происходит? Опять ты? Опять балуешься? Ну задолбал уже! Не, ну а чё, я домашку повторяю. Стоп, а вы ещё кто такие? И как вообще сюда попали? Мы сидели, что дети сами пошли. Так, а давайте-ка по очереди. Ну, в общем, мы 8 А и учимся в этой школе. Ходят слухи, то, что в этой школе есть какой-то секретный класс. Его никто не видел, о нем никто не слышал. Сегодня утром мы увидели двух девочек. Они вот так потыкали по воздуху и куда-то исчезли. Ну и мы решили сделать так же. А потом просто прошли через турникет. Мы поднялись по лестнице, а тут такое. И теперь мы не знаем, где мы и как отсюда выбраться. Мда. Ну так теперь слушайте. Мы и есть тот самый секретный класс, точнее его часть. Вы попали за барьер в школу темной магии. А то, что вы видели, это было всего лишь повторение домашнего задания. Я практиковал превращение в аномалий. Офигеть, мне кажется, это сон. Да с вами все понятно. Там внизу был еще какой-то монстр с красной башкой. А это была я. Вроде милая девочка, а в такое чудовище превратилась. А я-то думаю, чего здесь за толпа новичков бегает? Вы кто такие? Я вас вообще не знаю. Короче, это обычный 8А, который учится в этой школе. Мы увидели, что кто-то из ваших прошел через барьер и сделает так же. И теперь мы здесь. Но как вы смогли пробраться? Барьер сломался, видимо. Ладно, пойдемте вас обратно вернем. Только обещайте про нас никому не рассказывать. Обещаю! Да у них все равно память сотрется, когда они вернутся. Они же обычные люди. Пойдемте быстрее, а то я не хочу на урок к Дурьевичу опаздывать. Кто такой Дурьевич? Понятия не имею. Может, это их главный? А может, это министр темных сил? Да все намного проще. Это наш учитель, Вальдемар Юрьевич. Капец, имечка. Проходите. Что это за фигня? Не поняла. Сейчас точно должно сработать. Что за фигня? Что происходит? Барьер не работает, походу. Ну, давайте их в кабинет отведем, а учителя уже разберутся, что с ними делать. Идите за нами. А это еще кто такие? Долгая история. Учителя придут, и мы все расскажем. Еще кто такие? Ну, короче, они говорят, что учатся в нашей школе и как-то попали через барьер и увидели нас. Да как такое вообще могло произойти? Мы увидели, как две девочки тыкали по воздуху и решили повторить. Так-так, а какие девочки? Запомнили? Ах вы! Как вы могли вводить секретный код при толпе народа? Ну, мы этого, того. Мы же не знали, что они нас видят. Не знали они. Думать надо. Теперь будете наказаны. Капец у них тут жестко. Слышишь ты, чувак, а чему вас вообще тут учат? Ну, заклинанием всяким. И превращением в аномалии, и так далее. Офигеть. Так, хватит гавкать. Надо думать, что с этими делать. Куда их девать? Ну, они же попали в школу темной магии. А мы тут все злые. Точно. 8 А из школы темной магии. Выходите к доске. Вот вам задание на урок. Придумайте самую страшную аномалию, чтобы расправиться с незваными гостями.
Ну, самой страшной и опасной аномалией является Сиреноголовый. Точно! Он быстро всех их уничтожит. А главное, что он на нашей стороне. Ну, тогда вызываем его. О, привет, восьмой А. Зачем звали? Ну, тут такое дело. Нам надо расправиться с незваными гостями. Они незаконно проникли в наш мир. Помоги нам от них избавиться. Ты же опасный. С удовольствием. Я как раз проголодался. Какие вкусные дети! Фу, ты чё их сожрал? Как так можно? Живых людей! Ну вы же просили расправиться с ними. Я расправился. Так, стоп, что-то тут не так. В смысле? Ну, сиреноголовые обычно включают уничтожающую сирену, и все со вспышкой исчезают. А тут он всех сожрал. Не бывает сиреноголовых людоедов. Да еще таких толстых. А как вообще те, кого он сожрал, смогли увидеть Ксю и Полину? У нас же стоят супербарьеры невидимости. Обычные люди нас не могут видеть. Бред какой-то. Похоже на вмешательство какой-то третьей силы. Ну надо же, догадались. Привет, тупые детки и неуважаемые темные маги. Ульяна, ты вернулась? Да, и теперь вам точно капец. Слава ЦВУ!